Нина Петушкова. Нина Петушкова, как всегда, в своих традиционных перчатках. Ученица Жанны Громовой, катается в короткой программе под известную кинематографическую музыку. Мне показалось, что с гордостью и даже с вызовом она посмотрела туда, в сторону Kiss and Cry Corner, где ожидают свою ученицу тренеры. Ну, так все аккуратненько. Постаралась в этой программе. Не растерялась. Жанна Федоровна не смогла удержаться при передаче чехлов от поцелуя, что, видимо, благодарна ученице за то, что та так хорошо выступила в короткой программе. Тройной Луц. И сразу пошла дальше в танец. Никаких тебе беговых шагов. В принципе, остается прежней задача предыдущих выступлений. Понятно, что Нина Петушкова способна выполнять все эти элементы в рамках короткой или даже произвольной программы. Но хочется, конечно, публике и тем, кто Нину Петушкову поддерживает, больше эмоциональности, артистичности,
может быть, более ярких программ. Ну, в любом случае, учитывая то, что уровень компонентов у Нины Петушковой уже дорос до какого-то определенного состояния, то, плюсуясь с оценками за технику, может получиться очень хороший результат. Сейчас посмотрим, что там выйдет. Оценка лидеров 54 балла. Это Аделина Сотникова. Добраться до этой отметки непросто, даже несмотря на то, что у Аделины всего лишь 21 балл за компоненты. Судьи там что-то совещаются. Вы, кстати, обратили внимание? А, ну ладно, потом. 29.46, 22.48 и второе место. 61.94. И она отстает ровно на 3 балла от Аделины Сотниковой. Но это очень приличный результат, особенно по сравнению с тем, что вот происходит дальше.